Владимир Владимирович, как вы и просили, мы заказали вам новый 200-метровый стол. Спасибо. А кто это там сидит? А это Шойгу с докладом пришел. Понятно. Песков отсюда. Ой, Песков, иди отсюда. Сергей Кожугетович! Сергей Кожугетович! Вы меня слышите? Вы меня хорошо слышите? Что? Слышите меня хорошо? Хорошо. А кто это рядом с вами сидит? Сергей Кожугетович. Что? Рядом с вами кто сидит? Вы что, на лошади приехали? Почему она такая грустная и в очках? А, это Лавров. Сергей Кожугетович, доложите обстановку. Куда наложить? Доложить обстановку. На остановку? Нет, не остановку, обстановку. Как обстоят дела? А, не очень. Украина сопротивляется. Да при чем тут Украина? Вы в Икее все купить успели? У кого? Успели все купить в Икее. Какие? Да не в какие, а в Икее. Что-то купили? Что пропили? Вот идиот. Ладно, что там на Украине? Какие у нас потери? Тетери. Да какие тетери? Потери. Потели? Да не потели, а потери. Что потереть? Не надо ничего тереть. Потери, спрашиваю, какие? Потери? Да. Да? Да. Бендеровцы заявляют, что 12 тысяч. Сколько? 450? 12 тысяч. Ну, 450 это немного. В какой армии потерь больше? В Z или в V? Отвечайте. И нахуй. Что? И нахуй. Не понял. Можно по буквам? Одинаково. А, одинаково. Понятно. У нас есть план Б? Г? Б. Где? Не где, а Б. Б. Борис. Боремся как можем. Придурок, блин. Не Борис, а Борис. Не бороться. Все, заткнись. Лавров, в магазинах есть что есть? Что? Есть что есть? Что есть? Есть! Есть? Нет. Тогда срочно ограничьте продажу соли. Зачем? Если вся соль закончится, есть опасность, что мы будем доедать без нее. Все, идите выполняйте.